Сейчас будет обидно. Вот сейчас обидно будет. Отойди! Я сейчас так все человечности истрачу на себя. Как бы не хотелось. Ну, все нормально. Сегодня 1-апрельская. Трансляция, все окей. Я это у игромании своровал. Эту фразу. Кстати, Джек, чё они? Это все-таки настоящая GTA-шка-то была? Или это они дурили народ? Или это они так упорно всех водили за нос? Экс. Смерди в Dark Souls бесценны. Для всего остального есть мастер-карт. Он же мечник, да? Как думаете, я же его завалю сейчас парированием-то, а? Подождите. Я... Да ёлки-палки. Вот это что-то сейчас совсем не прикольно. Ко мне снова вторгся Сергей. Я не уверен, что он пришел помогать мне. Чувак, ты пришел помогать, я не знаю. А, ну класс. Ну, я так и думал, что это будет PS4. Так, ну что ж, делаем еще раз. Снова восстановились, снова побежали. Я уже как на работу к себе хожу. К этим двум боссам. Ну вот я... Да, бесценный помощник. Хорошо помог. Давайте с ним сейчас попробуем сразиться. Иди сюда. Иди сюда. Блин, да что ты... Ой, чё-то я встал не там, где надо. Спокойно, парень. Вот, спокойно. Спокойно. Так. Так, плохо. Плохо, не получилось. Завалили. Хорошо. Погнали дальше. Япона, мать, уже 12. Я до 11 планировал играть. Давай. Чё ты? Да я стою от тебя в шаге. Чёрт, плохо. Ё-мать, да что ты? Бляха-муха, прям. Вот так вот. Сейчас убьет пятище. Второй пришел, ну... Я побежал отсюда.
Так, Даэдра, где твой знак? Рассказывай. Рассказывай, где тебя призывать. Потому что я не вижу твоего знака. Так, что там пишут? А скилл-то растет. Так. Так. Вон там вроде... Не, это, по-моему, Солер. Ну или кто-то местный. Дайдра, я тебя не вижу, не слышу. Где-то... А, во, вижу, все. Да блин. Давай завалим этих гадов. И все. И все. И закончим на сегодня этот стрим. Потому что... В планах как раз было победить именно его. Блин, зараза, неужели... Блин, к нам, похоже, опять Сергей идет. Я предлагаю с другой стороны бежать. Ну, уже поздно об этом думать. Нет, так не выйдет. Вот так вот. Отлично. Сейчас затыкаем его до смерти. Погнали. Да, это, хватит понтоваться своим жуком, пошли. Короче, просто беги. Что за нахрен? Погнали. Ну, ребят, наконец-то мы дождались этого. Господи. Так. Ядрёна мать. На Арнштейна наведись, на Арнштейна. Давай. Ладно, я уже начинаю верить в то, что у нас все может даже получиться. Ох, Смаук-то разбушевался-то, а? Сейчас был такой хороший момент, чтобы его ударить. Так. Главное, чтобы он меня на копье не насадил и потом меня не перевернул. Ты там Смауга, что ли, отвлекаешь? Вот, про что я говорил, он... Вот это было бы очень неприятно, он еще и блок бы пробил. Все.
Один готов, остался жирный. Что такое? Ролик нам показывают. Что он делает? О-о-о, что-то он распсиховался. Ой, япона мать. С ума сойти просто, да он псих на самый настоящий. Япона мать! Да, господи, пей ты эстус. Что-то я не знаю. Чё он какой большой? Камера. Чё-то он какой-то слишком живучий, мне кажется, да? Чё-то он пипец какой живучий. Спокойно. Зараза. Так, осторожно. Ладно. Я верю в нашу команду. Мы непобедимы. Давай. Опа! Нормально. Тебе чё бак сзади бьёт? Иди к нему. Можешь его скушать. А меня не надо. На самом деле, это я так специально говорю, чтобы он отвлёкся. Спокойно. Добьём сейчас его. Добьём. Фу! Ну, наконец-то! Япона мать! Так, секундочку. Переевший, отстынь. Остынь. What is the current power level? Хитрый Артём. Получилось. Ой, блин, мы прошли, мы убили наконец-то этих бузов, это ж кошмар просто какой-то. Так. Куда мне теперь идти-то после них? Я немножко это... Да, я знаю магию читера в Dark Souls, это было понятно, в принципе, по второму. Короче, народ, скажите, куда идти, потому что я сейчас, честно говоря, запаниковал, и я боюсь, что... Сейчас после всего случившегося я могу помереть и потерять свои души. Восславь солнце. Получилось. Ладно, я попробую пока подняться вон туда. Куда бы это ни было. Куда я пришел? Бонфайр. А, ну то есть они обе вели. Оба костра, в принципе, вели меня в нужном направлении. Знаете что? Я заинтересован в усилении у Чигатаны, поэтому все свои души я в ближайшее время потрачу на усиление ее. Надо понапокупать титанитовых этих всех штук. Слушайте, по-моему, здесь принцесса, если мне память не изменяет. Местная принцесса, стоит отметить. Страшноватое существо. Избранный мертвец.
Тебе пришлось проделать тернистый путь. Подойди ближе, дитя. Роскошный вид впереди. Она меня ведь не сожрет? Ладно. А, я понял, про что сказали, про роскошный вид. Слушайте, она... А не, нормальная личико-то у нее. То я что-то боялся, что она на червя какого-то похожа. О, избранный мертвец. Я Гвиневер. Дочь повелителя Гвина и королева света. Со дня, когда отец ушел в тень, я ожидала тебя. Да я думал, что она как червь выглядит, вот. Я дарую тебе эту великую чашу. Великая чаша. Используя силу великой чаши, вы можете перемещаться между кострами. Наконец-то восславь солнце. Послушай же меня. Продолжи дело повелителя Гвина. И принеси огонь в наш мир. Положи конец вечным сумеркам. И останови жертвы среди мертвецов. Знаешь, что-то я не хочу ее убивать. О, избранный мертвец, твой путь был не близок. Так, короче. Джек, говори зачем. Только после этого я ее убью. Со дня, когда отец ушел в тень, я ожидала тебя. Перейдя в мир мертвых из мира живых, ты наследуешь силу отца Гвина. Послушай же меня. Понятно. Все понятно. Понятно, понятно, понятно. Если ее убить, все враги с локации пропадут. А что, хорошо. Только это самое. Только я до нее, скорее всего, сейчас не, я к ней не поднимусь. Мне как бы стрел нет, поэтому я ее не смогу завалить. Чё здесь? Ничего здесь нет. Тебя будет преследовать из Ковенанта Гвиндолина. Короче. Не буду я ее убивать. Не нужно мне, чтобы меня кто-то преследовал. Так. Теперь у меня вопросик маленький возник. Так, здесь я сражался со Смаугом Арнштейном. Глубины Дочь Хаоса Анарлонда Алтарь Света. Какой вот нафиг Алтарь Света? Вот я не помню, какой конкретно Алтарь Света. Ну, потом вернусь, завалю ее. Ладно, так уж и быть. Но меня что интересует? Нарисованный мир. Меня интересует нарисованный мир, но перед этим, короче, давайте что мы сделаем, куда мы с вами сейчас отправимся. Я предлагаю отправиться в Храм Огня. Я предлагаю, короче... Где дракоша вроде? Ага. Короче, я поднимаюсь сейчас к торговцу. Тьфу, к торговцу. К этому, к кузнецу. Я хочу у него понабрать титанита. Столько, сколько нужно для максимальной такой хорошей прокачки у Чигатаны. Потому что я заинтересован в том, чтобы у меня было серьезное, хорошее оружие. Пора бы уже, пора. Так что вот так вот. Я думаю, мы сейчас потихоньку-полегоньку уже закончим этот стрим. Продолжим уже завтра. Я думаю, что днем. Планирую завтра, в принципе, играть, наверное, в течение целого дня. Поглядим, как дела пойдут. Я потому что реально хочу поскорее пройти эту игру. Не знаю почему, но вот я решил себе бросить вызов. Она меня втянула, как я не знаю что. Реально, пока вот ни во что другое играть не хочется. Просто хочется только вот именно пройти Dark Souls. Поэтому я вот так марафоню по нему. Даже несмотря на то, что нервы он мне местами вышибает изрядно. Сжигает нервные клетки только так. Получается, что это? Возложи чашу на свое законное место. Куда?
не понял. Подробнее напиши. Про чашу на законное место я не понял. Так, давай посмотрим, как ты можешь усилить мое оружие. Учигатана, где она, моя учигатана? Чё ей надо? Я ее что-то пропустил. Где-то. Да где она? Чё за нафиг? Я один не вижу учигатану. А, с чашей. Темному червю очень муторно, там надо четырех королей валить, которые могут проблемы вызывать. Червь в храме огня. А, понял. Так, подождите. Где мое оружие? Чё за фигня? Так. А я-то сюда приперся. Вот это я дурак. Ладно, короче, давайте сейчас быстро в храм огня. Сейчас отдадим, значит, этому самому. Так, подождите. Если я дам эту чашу этому червю, он ее не заберет у меня? Или заберет ее окончательно? А то мне как бы нужно еще. Она мне еще пока нужна. Там говорится, что первый раз с читами иду, а потом без читов играю. Че? Вот, напишите, пожалуйста, потому что я все. Я устал. Уже у меня лично уже почти пол первого. Пора, надо заканчивать уже. Хорошо. Ну, здравствуй. О, небо, тебе удалось. Великая чаша у тебя. Спустя тысячу лет. Это ты. Это действительно ты. Прости меня. Я должен прийти в себя. Да, как и я. Теперь нам надо отнести чашу. Полагаю, ты в полной готовности. Стой спокойно. Япона, мать. Какого хрена? Подождите, стоп. Парень, это зал огня, предназначенный для преемника повелителя Гвина. Теперь поставь великую чашу на алтарь. Так, алтарь, я так понимаю, здесь. Хорошо. Да, звуки из времен Спектрума. Точно, Zedek Spectrum. Блин, аж геймпад чуть не выронил. Сильная вибрация пошла. Что это я открыл? О! Это интересно. Фу, так. Открылись новые локации. Это хорошо. То есть если... Отлично. Теперь давайте отправляться в храм огня. А какой храм огня? Чё я говорю? Анарлонда. Сейчас
Отправимся в Анорлондо, быстренько сбегаем до кузнеца. Там кузнец. И у него тоже титанит продавался. Вроде как он должен, по идее, нормально меня прокачать. Архивы герцога мне сильно запомнились. Могу там совсем жесткая попоболь. Такс, ну, поехали. Места я вроде помню. Так, сейчас я здесь по-быстрому мимо них просто пробегусь. Хотя вот не факт, что получится пройти мимо... Блин, там эти рыцари, а. На ложе хаоса у меня так пылало, вроде легкий босс, а вечно помирал там. Не знаю, как вам, а меня уже немножко подташнивает от Анорлондо. Хотя я играю в ней всего лишь один день. Так, вот этот парень хочет со мной явно познакомиться. Давайте все-таки, наверное, тогда подеремся с ним, что ли. Да блин, их теперь двое. Или нет? Готов. Ты, главное, стой там, не шевелись и не дергайся. Понял? Вот сейчас вот с этой гадиной надо. Да как ты? Я на тебя даже навестись не могу, блин. Вон, а мать сейчас еще убьют, блин. Умри, пожалуйста. Так. Ты стой там. Блин, придется их валить обе. Так. Текс. Да я просто, если пробегу, они все туда прибегут за мной. Не-не-не, это не вариант. Отойду-ка я подальше. Так. Слушайте, удобное место, а? Блин. Так удобно встал. Нормально, завалили. Так, ну и последнего. Да япона мать! Да хватит уже! Спокойненько. Все. Так, всех побили. Если подняться наверх, а потом спуститься, агро не будет. Ну,
Больших мечников будет небольшая проблема протиснуться сквозь маленькие врата. У них да, а вот у этих гарпий как бы... Ладно, здравствуй. Привет. Ковать я могу. Сил у меня хватит. Такс. Так. Чё? Так, усилить оружие. Не, да ладно. Да быть такого не может. Я и здесь не могу его увеличить. Что за фигня? Так, я не понял, чё-то нифига. Я не вижу Чигатана у себя здесь. Я вообще уже не врубаюсь. Ну и как мне его дальше качать, интересно? Усилить. Но пока я не могу. Как бы вот тут есть все то, что мне надо, но... Сейчас надо у Андре прокачивать в другом отделе, изменить, а не выковать. Андре... Андре в Новом Лондо, по-моему. Да при чем тут уголь вообще? Не об угле речь вообще. Да, понятно. Андре это который в Новом Лондо. Понятно. Чё ж вы сразу-то не сказали-то? А я тут, блин, мучаюсь, бегаю. Его надо тогда освобождать оттуда. Уголь вообще тут ни при чем. Андре возле первого колокола? Да подожди, стоп, подождите. Андре у первого колокола, я у него был. Он мне у Чигатану делать не собирался, я ему уже уголь отдавал. Ребят, я чё-то не пойму. Вы чё? Определитесь, потому что у Андре... Я был у него только что. До этого гиганта. Я ему до этого уже давал уголь. Он не видел мою Чигатану. А я тут бегаю и ищу, понимаете ли. Ой. Ладно, сейчас вернемся. Да, в смысле уставший, я все равно... Мне ж рано, не надо вставать. У меня плюс 5 у Чигатана. Так, ладно, короче, возвращаемся к Андре снова. Так, перенестись. Храм огня. Фу. Идем обратно к Андре. Я потому что, когда прочитал в другом отделе, я подумал, что у другого кузнеца. В другом разделе было бы более понятно. Потому что отдел это немножко другой. Вот. Ну вот, сейчас поглядим. Отворяй вратам.
А вот я тоже не помню нифига, поэтому я и не телепортировался до этого костра. Во втором Dark Souls это уже, конечно, реализовали лучше. Все, так, чтоб они отвязались на крайняк от меня. Так. Снова здрасте. Well, hello. You need... Ага, изменить снаряжение. Вот оно. Все, замечательно. Фу. Грубая очень гатана. Ну. Ну, это не вариант. Как думаете, прокачать ее до грубой? Напишите быстренько в комментариях. Прокачиваем мы ее до грубой Учигатана или не прокачиваем? Потому что грубой Учигатана, я вижу, что атаки наносит больше. Вот, я пока подожду ответ. Чтоб не сделать какую-нибудь глупость. Не, не надо, говоришь. Ну, ладно. Так. Ай. Если до плюс 10 качать, ну да. Короче, окей. Ладно, так. У этого, короче, обычный тип... Кстати. Пора купить. Да, еще. Стрелы, стрелы. Длинные стрелы возьму. Штучек. О, на мать. Не, с другой стороны лучше сделаю. Штучек так. 100. Ой-ой-ой. Засмотрелся на чат, не углядел. Возьму сотню стрел. Так, и... Убей его. Хватит уже всех мне советовать убивать. Так, ну и давайте я душу, наверное, потрачу на прокачку брони. Так, мне что нужно из этого всего дела? Два... А... Четыре, шесть. Пока возьму шесть. Так, усилить броню. Капюшон странника. Да. Краги странника. И сапоги странника. Так, и теперь уже большой осколок титанита нужен. Ну, а на остальное я прокачаюсь. Так, окей. Сейчас я быстренько сбегаю, прокачаюсь и все. На сегодня мы закончим. Угу. Так, ну ладно. Пожалуй, здоровье пора мне уже поднимать, потому что попа полная с ним. Все, ну и давайте я, что ли, починю себя немножко. Ой, все. Сваливаем. Да, ловкость у меня прокачана сейчас до хрена, а вот здоровье у меня порой меня сваливают с ним. С того, что там одной фитюльки не хватает. Вот, все, народ, давайте заканчивать сегодняшний стрим. Все, я реально устал. Я все. В общем... Если понравилось, подписывайтесь на Twitch канал, на YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Вот, ну, до завтра, я думаю. В общем, вот так вот. Все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.